В областном мемориальном музее Героя Советского Союза Али Мулдагуловой состоялось подписание меморандума о двустороннем сотрудничестве между областным музеем имени Малика Габдуллина города Кокшетау. Тем самым коллективы двух очагов культуры намерены установить дружественные отношения и творческие связи. К мероприятию была открыта специальная выставка «Хажая Пумырбаспалдактаре», на которой показана жизнь и творчество ученого-педагога Малика Габдуллина. Что касается подписанного меморандума о двустороннем сотрудничестве, то в рамках достигнутых договоренностей актюбинцы посетят город Кокшетау с выставкой о нашем крае. Впервые мы, в общем, с музеем Кокшетауским музеем Акмолинской области Малика Габдуллина, мы сегодня вот у нас будет подписание о двустороннем сотрудничестве, вот, в ходе которого сегодня мы проводим вот это вот открытие этой выставки о жизни Малика Габдуллина, а впоследствии мы планируем тоже поехать уже с нашей выставкой, которая называется «Актюбинская земля, родина героев». Это уже к осени мы планируем быть у них с нашей передвижной выставкой и выставкой экспонатов также. Цель нашего визита – это в рамках экспедиции «Маликтен Рух Халахпен» именно в Актобе в школе номер 70 было присвоено имя Малика Габдуллина. И вот в этой школе мы вчера открыли клуб юных габдуллинцев «Жас Габдуллинчлер». По республике у нас находится 9 школ на данный момент, и во всех этих школах созданы эти клубы. Кроме того, участники оркестра «Жас Улан» под руководством Абыла Смаилова сопровождали мероприятие своей торжественной музыкой. Также прозвучала песня «Кокшетау» в исполнении Бакутнура Аблес. Жасан Жалбаков, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.